спасибо, что заглянули в раздел «Полезное» на моем канале. Сегодня хочу поделиться идеей о том, в чем удобно переносить и хранить видеокамеру Sony FDR AX53, ну или AX33, которые таких же размеров. Подбирая себе сумку для камеры, случайно обнаружил, что для нее идеально подходит кейс от квадрокоптера DJI Mavic Pro. Как будто специально сделан для этой камеры, и ничего в нем, собственно, менять не надо. В кейс в отделении для квадрокоптера ложится сама камера, все необходимые принадлежности и даже дополнительная экшн-камера Sony, поскольку AX53 поддерживает управление многокамерной съемкой. Камера ложится в отделение для квадрокоптера, которое оказалось точно такого же размера. В отделение для пульта управления или для проводов квадрокоптера ложатся дополнительные аккумуляторы, которых у меня два, но можно положить штуки 4 спокойно. Блок питания камеры ложится в отделение для пульта управления квадрокоптером, как специально сделаны места для экшн-камеры, ремешка для нее, внешнего пульта управления экшн-камерой. Под крышкой помещается спокойно жесткий диск для скачивания фильмов с камеры, коробочка со светофильтрами и все необходимые интерфейсные провода для камеры. USB, например, HDMI. Сам кейс очень маленький на самом деле и спокойно ложится в обычный повседневный рюкзак. Я приобрел кейс на eBay. Ссылка будет внизу под видео, если вам интересно. Если совет вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели.